9 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры построят в этом году в Башкортостане по программе «Стимул». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры республики. Новые объекты появятся в Уфе, Октябрьском, а также в Уфимском районе. Среди них дорога в жилой комплекс «Экогород Яркий» в Демском районе Уфы. В 2022-2023 годах там уже проложили 5 улиц по программе «Стимул». Их протяженность составила 3,5 километра. Новый участок будет протяженностью в полкилометра. На строительство направят 115 миллионов рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов. В Минстрое отметили, что строительство дорог и инженерной инфраструктуры позволит ввести в этом году 1 миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Программа «Стимул» входит в нацпроект проект «Жилье и городская среда» и является одним из механизмов стимулирования строительства жилья, так как позволяет снизить затраты застройщиков и сократить сроки возведения объектов. Общий объем финансирования за весь период реализации программы в Башкортостане составляет более 20 миллиардов рублей. Из них 13 миллиардов – это средства федерального бюджета.